We live and direct from that inner space, outer space, invading your space. Сәлем достар, қайырлы кеш, Көкшетау тікелей эфирде әдеттегідей бір аптаны артқа тастап 4.0 жастар бағдарламасы. Біз бір аптаны артқа тастап сіздермен қайта қауышып отқанымызға өте қуаныштымыз. Біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире молодежная программа 4.0, которая идет каждую пятницу. И сегодня, как мы уже сказали, пятница, последний день этой рабочей недели, впереди нас ждут выходные, поэтому предлагаем провести этот час, который вот-вот отделяет нас от наступающих выходных. Вместе с нами вас ждет увлекательная беседа с нашим гостем. Әріптесім Толтай қолда кеткен күйбен тірлікті бір сәтке ұмытып, көгілдір экранға жақында бізді көріңіздер, бізде қызықты айдарлар және әдемі әсем әуезді әндер ұсынатын боламыз. Ал алдағы бір сағатта сіздерге тамаша көңіл күй сыйлайтын менің әдемі де көрікті әріптесім Анель Бисенбаева. И мой прекрасный коллега и соведущий Абзал Балтабаев. Рахмет, Анель, олай болса, бүгінгі тамаша кешті әдемі бір әсем әнмен бастаса, қалай ойлайсың? Я думаю, это прекрасная идея. Давайте начнем наш эфир с музыкальной паузы. Я думаю, что нам поднимет всем настроение. Олай болса, әдемі әсем әнге кезек берейік, ардамыздан алыстамаңыздар. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан телекөрермендерге қайырлы кеш тіледік. Эфирде 4.0 жастар бағдарламасы. Құрметті телекөрермендер, сіздер бізге хабарласыңыздар, жазыңыздар және жақындарыңызды бүгінгі меншікті мерекелеріңізбен құттықтаңыздар. Сіздердің әр қуаныштарыңыз, әр сұрақтарыңыз жауапсыз қалмайды. Біз аналы екеуміз сіздердің қуаныштарыңызды бөлісуге әрдайым дайынбыз. Біздің байланыс нөміріміз 25 25 05. Всем привет, если вы только к нам присоединились. Как сказал Абзал, в эфире прямой эфир программы 4.0. Мы ждем ваших звонков. Вы можете звонить нам по номеру 25 25 05 для того, чтобы задавать вопросы нашему гостю, передавать приветы своим друзьям, родственникам. Может быть, вы хотите поздравить с праздником кого-то из своих близких. Также вы можете написать нам на мессенджер WhatsApp, номер которого указан на ваших экранах. Оқушы кезінде, студент кезінде қыздар жалпы бимен көп айналысады. Сен өзің бимен айналыстың ба? Я занималась в детстве танцами, целых 5 лет занималась танцами, с 7 до 12 лет. Ал неге биді қойып кеттің? Пришла к выводу, что это не совсем мое, и мне это уже перестало нравиться. Мен бұл сұрақ не үшін қойып отыр деп ойламаңыздар, құрметті телекөрермендер. Біздің бүгінгі тақырыбымыз, яғни біздің бүгінгі шығарылымның тақырыбы би биігі деп аталады, яғни өңірдегі жалпы біздің биші қыздардың, биші жандардың жетіп жүрген жетістіктері. Біз бүгін осы төңіректе әңгіме өрбітетін боламыз. Осы ретте студиямызға арнайы мейманды да шақырып қойдық, онымен Анель өзің таныстырып кетсең. Итак, у нас в студии Рахметулина Айдана, руководитель танцевальной студии социальных танцев «Ритм-Дэнс». Хош келдіңіз, Айдана. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай бірінші? Спасибо, у меня все хорошо. Спасибо за представление. Здравствуйте, меня зовут Айдана, я являюсь руководителем студии «Ритм-Дэнс Кокшетау», являюсь преподавателем социальных танцев, то есть это бачата, сальса, кизомба. Эти виды направлений социальные, так как это для взрослых, то есть плюс 18, нетипично, то есть это не как для детей, техника совсем другая. Если раньше в детстве нас гоняли танцевали в студиях, то у нас это, во-первых, это общение, это вместе проводим время, то есть мы находим новых друзей параллельно, но также мы изучаем технику танцевания. У нас парные танцы похожи на спортивно-бальные танцы, тоже парные, но техника немного легче. Эти танцы для людей, которые работают, которые заняты своим делом, но хотят параллельно развиваться, параллельно иметь хобби. У нас сейчас на данный момент есть 3 основные группы, это 2 женского направления и 1 парные танцы. Изначально мы открылись в феврале. Давайте немножко о себе расскажу, как я пришла к танцам. Я сол туралы айтып кетіңіз, қазақ билердің түрлеріне. Жалпы өзіңіз биге неше жасыңыздан бастап келдіңіз, осыған кім әкелді сізді? Я танцую с детства, танцевала в музыкальной школе имени Буржан Сала с ранних лет. Далее я занималась хип-хопом, потом бальными танцами, но потом у меня был такой перерыв. Вообще я занималась все для себя. Никогда не думала, что я буду как-то связана с танцами. Я вообще в 2016 году посмотрела видео бачаты известных танцоров, зовут Атака и Лимана. Посмотрела, мне очень понравилось, но не нашла у нас в городе. Написала это в своих целях, через 3 года я я съездила в Алмату, обучилась, получила сертификат. Арнай, би үшін бардың сонда Алматыға, э? Да, но мне больше занималась, хотела для себя, хотела участвовать в конкурсах, развиваться как танцор. Но потом, переговорив с своими тренерами, наставниками, они сказали, почему бы не открыть. На самом деле у нас Ритм-Дэнс Кокшетау – это филиал Ритм-Дэнс Алматы. То есть они мне предложили открыть, сказали, что они мне помогут, они будут моими наставниками, всю программу они мне предоставят. То есть они мне хорошо помогли, подтолкнули к этому, потому что я очень сильно люблю эти танцы. Они не похожи на танцы, которые я раньше танцевала, потому что на самом деле я очень спокойный человек. И не могла познакомиться с людьми, не могла с ними потанцевать. Парные танцы для меня были как-то немножко далеки. Но после социальных танцев это уже я как-то раскопастилась, мне стало интересно, я начала углубляться, посещать мастер-классы, фестивали. Кстати, насчет моих знаний в социальных танцах, я изначально получила основную базу в Ритм Денс Алматы. у известных танцоров в Казахстане социальных танцев, они международного класса, Виталия Ислу. Кстати, если смотрят, привет. Может быть. Вот. Они мои наставники, они сейчас скоро будут преподавать в Турции, то есть они такие учителя высокого класса. Далее я посетила несколько фестивалей с мировыми звездами по бачате, по кизомпе, по сальсе. Не буду их перечислять, но их очень много. Я переняла их опыт, знания, потом получала индивидуальные занятия у казахстанских звезд. Все это собрала и в феврале, 26 февраля открыла группу. Открыла набор. Вначале, конечно, это было у нас в Кокшетау как бы непривычно, парные танцы, ну, как бы немножко яд, может быть, да, но сейчас потихоньку, через какое-то время, начали люди приходить. Вот, сейчас у нас танцует парная группа, у нас есть конкретных 7 пар, которые уже танцуют, то есть они уже умеют танцевать, вот. Жақсы, рахмет, Айдан. Енді бұл сіздің қазіргі атқарып жатқан жұмысыңыз, иә? Енді алғаш осы биге келген кезіңіз, кішкентай Айдана биге келді жалпы. Неше жасыңызда келдіңіз биге? Я пришла в танцы вообще с садика. Но не серьезно, но потом во втором классе решила серьезно заниматься. У меня незаконченное хореографическое образование, к сожалению. По обстоятельствам там закрылся класс. Но никогда не занималась для того, чтобы для будущего. Хочу рассказать такую предысторию. Я на самом деле являлась экс-лидером Альянса студентов Кокшетау, была исполнительным директором в Акмолинской области, была представителем КДМ, была экспертом независимого агентства аккредитации рейтинга, то есть волонтером Экспо. Все это вот была в молодежных организациях. Но потом поняла, вот какой-то щелчок произошел, я решила заняться танцами, потому что это действительно мое, то, что меня вдохновляет, то, что меня развивает. Вот, сейчас с февраля месяца чисто занимаюсь танцами. Жақсы, рахмет. Енді Анель, байқап түсін, Айдан өте керемет әңгімелеп жатыр, бірақ та менің сәл ғана осы жерде сырлы сұхбатымызды кішкене ғана үзіп, біздің әріптестерімізге сөз берсек, біздің әріптестеріміз барлық жерлерден тікелей эфирде бізге өз сәлемдемелерін жолдауда. Олай болса, сәл ғана айдарымыздан кейін біз сырлы сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. В эфире нашей программы всегда есть традиционная рубрика, которая рассказывает об интересных новостях и событиях в мире шоу-бизнеса. В этот раз наша коллега Тумарым Бабасанова подготовила эту рубрику специально для вас, дорогие телезрители, поэтому давайте посмотрим, что же интересного она нам расскажет. Тендеріңіз тыныш болсын, қымбатты телекөрермендер. Эфирде өздеріңізді шоу-бизнес жаңалықтарынан құлағдар ететін айдарымыздың кезекті саны. Және оның жүргізушісі мен Тұмарым Бабасанова. Экранға жақын отырыңыздар, біз бастаймыз. Балалар Евровидениесінде өнер көрсеткен қазақстандық әнші Ержан Максим екінші орынды жеңіп алды. Голос дети байқауында топ жарып, осы байқауда да өнер сүйер қауымды әдемі дауысымен тамсандырған Ержан Максим байқауда 10-ші болып «Арманнан қалма» әнімен өнер көрсетті. «Арманнан қалма» әнінің сөзін Хамид Шангалиев, Данияр Алдаберген және Тимур Балымбетов жазды. Ержан Максим әнді ағылшын және қазақ тілдерінде орындады. Танымал актер Тәуекел Мүслім шаңырақ көтерді. Қуанышты жаңалықты алғашқылардың бірі болып, жан досы Бауыржан Сатып желдегі парақшасында бөлісті. Күні кеше әлеуметтік желде тараған суреттер жұртты шулатты. Себебі бұл суреттер актер әрі әнші Тәуекел Мүслімнің шын мәнінде шаңырақ көтергенін білдіргендей болды. Бұл қуанышты өзі де бөлісіп, жағындар мен желі қолданушылары жарыса құттықтап жатыр. Тәуекел Мүслім бақытты бол, апамен бірге тойға барып қайттық, деп жазды Бауыржан Сатып. Қалындық Махаббат Түктібаева да желдегі парақшасында сырға салу сәтін суреттермен бөліскен болатын. Әлеуметтік желі қолданушылары өз кезегінде жүрек жарды тілектерін жеткізді. Қазақстандық әнші Димаш Құдайберген Instagram желісіндегі парақшасында әлемге әйгілі әнші Андреа Бочеллимен бірге сахна сыртында ән шырқаған видеосын жариялады. Олы әнші фортепианода ойнап, Димашты сүймелдеді. Қос өнер иесі бірігіп «Без сами мучу» әнін шырқаған болатын. Маэстромен көріспегелі көп болды. Грим бөлмесінде ән шырқауды ұйғардық. Сахнаға шығатын сәтті күтудеміз. Әлемдегі ең әдемі тенор иесі Андреа Бочеллимен бірге, деп жазды Димаш. Бүгінге шоу-бизнес жаңалықтары тәмам. Айдарымыздың келесі сағын өткізіп алмаңыздар. Жағымды хабарлармен жүздескенше. Добрый вечер, дорогие телезрители. Если вы только к нам присоединились, то мы сообщаем вам, что в прямом эфире молодежная программа 4.0. Я құрмет телекөрмендер тікелей эфирде 4.0 жастар бағдарламасы. Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 25-25-05 және де экранда көрсетілген WhatsApp мессенджер нөмірлеріне жазыңыздар. Біз сіздердің сұрақтарыңызды, жауаптарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Айдана, у меня такой вопрос. Изначально вы были танцором. Как вы говорите, непрофессиональным, но это было ваше хобби скорее. Но сейчас вы являетесь хореографом. И вот в какой момент вы решили, что из танцора-любителя вы станете хореографом? Да, по специальности я вообще педагог. У меня есть такая вот тяга к преподаванию. И почему я решила стать хореографом, открыть школу? Потому что у нас этого нет, я являюсь первооткрывателем, и сама очень сильно хочу танцевать и это вносить как-то в общество. Поэтому я решила открыть, почему бы и нет, думаю. Потому что Астана, Алмата, Караганда, Атырау, Павлодар танцуют, но Кокшетау еще нет. Поэтому если не я, кто еще? Поэтому решила стать хореографом, открыть и как-то внести свое имя в историю. Енді Айдана, сіз осы оқуды арнай Алматыдан барып оқып келдіңіз, е? Өйткені Көкшетауда бұл жоқ дүние болды. Жалпы Алматыға бару үшін сіз кімдермен хабарластыңыз, жалпы ол жақта оқу бар екенін қайдан білдіңіз, сол туралы айтып кетсеңіз. Я вообще не знала до этого, что в Казахстане это есть. Я смотрела испанские, там, группы в Instagram, и смотрела и увидела там девушку по имени Аим. Она оказалась казашкой, зашла к ней профайл и увидела, что в Казахстане есть такое. Потом через нее увидела, что есть разные школы, понаблюдала, посмотрела, и самое лучшее для меня показалось это Ритм Денс Алматы. И записалась на пробный урок, и вот началась моя история в социальных танцах. А жалпы ол жақтағы сабақ қалай жүрді сіздерге? Практикалық түрде ме, әлде лекциялық тұрғыда үйретті ме сіздерге Алматыдағы сабақты? Проходили так. У нас было занятие, то есть у нас базовые движения. Если вы знаете базовые движения, остальное уже будет как легче. Можно посещать мастер-классы, фестивали, но самое главное – это база. Учили базовые движения в самом начале, потом мы практиковали это в паре, менялись парами. А дальше у нас есть такое самое интересное – это вечеринки, сальсотеки. А там мы уже после занятий идем практиковаться, но как практиковаться, там мы танцуем, то есть это отличается от наших там клубов, да, мы танцуем свои танцы, мы сами фанатики, танцуем под разные, под сальсу, бачату и кизомбу, там есть формат, вот, там проходят мини-мастер-классы, и потом дальше мы танцуем. Это как в фильмах, да, наверное, бывает, да. Смотришь «Шаг вперед» или да, что-то подобное, и когда они все собираются в одном клубе и вместе танцуют один танец под какую-то музыку, то есть это примерно так происходит? Нет, у нас не один танец, у нас импровизация, то есть зависит, а какой партнер, какой у него уровень танцевания, но самое главное это химия между партнерами, неважно, ты в отношениях или нет, без разницы, самое главное это во время танца, нужно уловить энергетику, и даже уровень танцевания не так важен. Главное вот, получить удовольствие от танца. Вот. И так получается, нас партнер приглашает на свой этикет. То есть нас приглашают партнеры, мы танцуем, они потом проводят нас на место, говорят спасибо и переходим дальше танцевать. То есть даже некоторые смеются, что танцорам для нас, социальных танцев, нужна только там вода, и мы можем до утра танцевать. Енді осы ретте жалпы Айдананың биге деген көзқарасы ол өте жақсы, өзі ізденіп барып Көкшетауда осындай жаңалық. Енді Айдана, біз сені бір сынақ көрейік деп едік, бір әдемі ойынға бір кезек берсек. Ойынның шарты қарапайым, біз экранға жалпы әр ұлттың билерінің суреттерін шығарамыз, яғни картинкаларын. Сіз қарап солдан айтып бересіз, осы қай елдің биі? Яғни әр мемлекеттің биі, оның ішінде жалпы өзіміздің мемлекеттен бастап, және осы іргелес барлық ұлттың билерін. Рас па? Дайынбыз ба? Ал, дайын болсақ, бірінші картинканы бастайық. Фламенко. Бұл қай елдің биі? Испанский танец. То есть ну, очень красивый. Испан елінің биі? Испанский, да. Ага, бидің аты? Фламенко. Фламенко, ага. Бұл биді жалпы сөзіңіз билеп көріп педіңіз? Танцевала в детстве, да, выступала, но сейчас не танцую эти танцы. Жақсы. Кеттік келесі картинканы көрейік. Қазақша, Қармажай. Дұрыс. Бұл қазақтың қандай биі? Қармажай деп ойлайын. Қармажай, ага. Қазақтың билеріне жалпы көзқарасыңыз қалай? Вообще, я раньше танцевала эти танцы до 9 класса. Вот, очень красивый танец. Я положительно отношусь к нашей национальной танец. Айдана ойланбайды, жалып береді бірден. Ал, кет, келесін көрейік. Бұл қай елдің биі? Так, корейский. Извините, я плохо вижу. Так, это корейский. Ойланайық, ойланайық. Жақын геатсыз. Японский. Извините, плохо просто вижу эти цвета. Корей мен Жапонияға көшілер жатқан Қытай елінің биі. Жалпы Қытай елінің бишілерін қалай қалдай сөзіңіз? Қытайдың билері... Ну, далеко от меня. У меня больше испанская душа, такая вот, как латиноамериканская, поэтому нет. Следующее? Да, тағы бұрын көрек. Бұл батыр қай елдің биі? И индийский. Ой, то есть этот... Извините, разобрать не могу. Бұл жерде жігіттері де, біздің енді қазақтарға құсас бей, қазақтың қара жорғасына құсас, сәл-пәл. Қай жердің бей? Монғолия. Иә, дұрыс, Монғолия елінің бұл халықтық бей болып саналады екен. Да, я много танцев знаю, просто, извините, плохо вижу. Все, мы поняли, хорошо. Просим прощения. Ойын жалғасыңмай қой. Негізі, жалпы, әр ұлттың бейіне, жалпы көзқарасыңыз қандай? Қазақтың бейіне ұқсайтын бейлер бар ма, жалпы? Қазақтың бейіне? Да, ну, это как киргизский танец, то, что у нас рядом, ближе, то это похожие танцы. Вот мы сейчас играли игру, и что у вас Абзал не спросит, вы танцевали это прежде, вы это знаете, вы этим занимались. Все-таки вопрос, чем вы вообще занимались вот именно по танцам? Какие направления танцев вы знаете, чем вы занимались? Потому что складывается ощущение, что вы знаете абсолютно все. Да, я всю жизнь что-то пробую, я люблю эксперименты. Вот. С детства занималась вот, хореографией, там у нас был балет, класс балета, были народные танцы, все танцы и эстрадные танцы. Дальше я ходила на хип-хоп, декаду стар, дальше бальные танцы. Вот. Долго, да, мне интересовали бальные танцы, очень красивые, это действительно спорт. Но потом уже сознательно перешла к социальным танцам. Почему именно социальные танцы? Что вас так сильно привлекло вот в этом, что вы решили даже хореографом стать, вот первооткрывателем в нашем городе? Что так сильно зацепило вас? Изначально вдохновило меня это видео, всем рассказываю, всем показываю это видео, чтобы мотивировать. Но потом, как я начала танцевать, у меня появилось очень много друзей, знакомых с разных городов. Потом начались разные фестивали, мастер-классы. Разные преподаватели к нам приезжают, потом вечеринки, самое интересное, то есть это зависит от партнера, от музыки, это все смешивается, какая-то происходит химия, и получаешь невероятное удовольствие, танцуя. Просто это не для того, чтобы для кого-то, это для себя в первую очередь. Жақсы, осы жерден Айдана тағы да сырлы сұхбатымыз жүзе тұрайықта. Тамаша бір әдемі ән баянға кезек берейік, содан кейін сырлы сұхбатымызды арығырай жалғастырамыз, абонамыздан алыстамаңыздар. Мы вернемся после музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Приветствую! Сегодня я расскажу вам о работе нашего колл-центра. В любое время вы можете нам позвонить на номер 193 бесплатно с городского телефона, а также вы можете нам написать в WhatsApp по номеру 807-258-1500. Следите за новостями и задавайте нам вопросы в социальных сетях Facebook и Instagram. Превосходное качество изображения и звука, простота подключения, до 30 отечественных телеканалов. И главное, все это абсолютно бесплатно. Что нужно для подключения? Всего лишь антенна и, при необходимости, приемник. Пошаговая инструкция есть на нашем сайте tsetv.kz. Желаем вам приятного просмотра. Құрметті көрермендер, тікелей эфирде «Төрт-төрт жастар» бағдарламасы, біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Ал бүгін біздің студиямызға Көкшетаудың тамаша бишісі Айдана қызымыз. Олай болса, сұхбатымызды жалғастырайық. Айдана, жалпы сізге сұрақ, неге осы бірінші балеттан сіз алдыңыздар? Әлде неге басқа, неге қазақи нақыштағы биді алмадыңыз? Неге осы бимен айналысып жатсыз қазіргі таңда? Не знаю, просто как-то душа просит больше социальных танцев, латиноамериканских танцев. Да, люблю очень казахские танцы, обожаю это. Я сама танцевала их. Могу сейчас тоже танцевать их. Если я поеду в другие страны, я, конечно, буду представлять Казахстан и с нашим национальным танцем. Алдағы уақытта жалпы өзіңіздің орталығыңызда қазақша нақыштағы ұлттық биді үйрететін боласыздар ма? Әлде тек осы биді ғана дайындайсыздар ма? Я преподаю то, что я знаю, то, что я учу, поэтому, кстати, есть очень много преподавателей Кокшетау, ну, как не только в Казахстане, которые, возможно, не профессионалы преподают, но я советую их походить профессионалам. Я себя считаю уверенной в социальных танцах, я знаю многое, много учу, постоянно пополняю знания, читаю, поэтому пока что, да, только социальные танцы я могу преподнести народу. Социальные танцы, расскажите... Еще раз расскажите, что в них входит и в чем главные отличия. Социальные танцы это для людей. В первую очередь, они делают это для себя, это как для них хобби. А в социальных танцах есть разные виды танцев. Это бачата, сальса, кизомба, социальная чача, бразильский зук. В общем, их очень много. Самое распространенное это бачата и сальса. Есть люди, которые бачатеры, я больше бачатеры, есть сальсеры, то есть они танцуют сальсу. Есть еще третий вид кизомба. Что такое бачата? Это самый мой любимый вид танца, это чувственный танец. Он произошел из Доминиканской республики. То есть этот танец был бедняков, они танцевали на пляже и на песке. Далее он модернизировался, и в 2000-х годах придумали сеншоу бачата, она такая больше с пластикой. Вот она тоже очень красивый танец. Есть, в бачате есть три вида. Доминиканская – это традиционный танец, который танцуют доминикане. Есть сеншуал бачата, такая чувственный романтичный танец. Есть фьюжн бачата. Здесь уже на фантазию, то есть можно миксовать его с хип-хопом, реггетоном, короче, с разными видами танца. Сама бачата сейчас очень популярна в Астане, в Алмате, в разных городах, странах. Каждый раз, каждый год они проводят различные фестивали, они очень популярны, если посмотреть в социальной сети. Вот. Дальше сальса, она отличается своей энергичностью, она не похожа на бачату, а здесь уже играет такая энергичная музыка. Есть свой счет, они различаются, у них, например, в бачате есть четырехзначный счет, а в сальсе совсем другой. Есть кизомба, то есть это уже похоже больше на папинг, то есть там есть уже свои какие-то движения. Вот. Социальные танцы. Изначально мы показываем базовые движения на занятиях, их уже можно применять на вечеринках. Но если танцор хочет дальше идти, можно уже с акробатическими элементами усложнить танец и выступать на разных конкурсах и фестивалях, которые проходят по всему миру. Расскажите подробнее про вашу студию, где она находится, то есть где проходят занятия и с какими трудностями, может быть, вы столкнулись при ее открытии, создании. Мы вообще открылись 26 февраля в этом году. Сделала пробные занятия, был большой наплыв людей, но, к сожалению, из-за того, что, может быть, из-за моих каких-то ошибок в плане СММ, может быть, да, вот очень важная вещь, сейчас не смогла временно как-то вести большие группы. Вот такая большая трудность была, но зато я получила огромный опыт и сама тренировала, сама изучала в это время. И из-за каких-то происшествий в моей жизни немножко остановила и открыла 5 октября заново. Уже сразу открылись 3 группы, то, что меня очень радует. И уже осознанно сейчас преподаю и рекламирую свои танцы. Мы находимся по адресу Аблайхана 14, это ателье Акай. наверное, да, всем известный. Мы находимся на втором этаже, у нас очень комфортабельный зал, большой, с панорамными окнами, то есть все удобства для наших учеников. Жақсы, рахмет. Осы жерде Анеля біздің хатқа әдемі хаттар келіп түсіп жатыр екен. Осы оқып кетейін. Ассалаумағалейкум, кеш жарық, менің есімім Жәнібек дейді. Ата-анама сәлем айтайын дегем дейді. Осы ретте Жәнібек ағамыздың ата-аналарына, ата-анасына, жалпы Жәнібек ағамыздың атынан және де Көкше телеарнасынан ыстық сәлемімізді жолдаймыз. Дендеріңіз сау, отбастарыңыз аман болсын. Ал бұл сұхбатымызды әрі қарай жалғай отырайық. Жалпы Акай ательесінің екінші этажында орналасқан, ал жалпы жаттығу қалай жүреді сіздерде? Күн сайын бола ма, әлде белгілі бір күндер аралығында ма? Планирую открыть больше групп, научить новых преподавателей, чтобы нас было много. Вообще у нас вторник и четверг проходят две группы. Это для женского направления Lady Style, бачата, сальса, да, она бывает соло. Тем, кто не хочет танцевать в паре. Потом есть 9 часов, сразу после этого занятия идет парные танцы. Также у нас есть группа на выходные, тоже Lady Style. Женское направление. Сейчас у нас в Кокшетау больше развито вот женское направление, больше приходят к нам женщины. Возраста очень разные, от 16 лет до 60 даже. Ко мне такой случай был, приходила пара, им было по 70 лет. Они пришли ко мне на парные танцы, на эти индивидуальные занятия. Получила колоссальное удовольствие. Они просто для себя пришли потанцевать. До сих пор вот помню, очень рада, когда люди сами приходят, радуются, и очень радуюсь, когда они уходят с хорошим настроением. Самая моя главная цель – это подарить настроение, чтобы они ушли такие вот радостные. Ал қазір сол кісілер әлі де билеп жүр ма? Сол жетпістегі кісілер? По каким-то я преподавала им весной, поэтому не знаю. Потом сейчас ко мне тоже ходят достаточно разные люди, от 18 и старше, они разные профессии, разные комплектации, все очень разные, и все очень интересные, и все приходят для себя, для своих хобби и развиваются, это очень классно. Хорошо, большое спасибо, мы сейчас снова прервемся, а после вернемся к нашей беседе. Сейчас у нас будет подключение от нашей коллеги Айгуль. Yeah. Ойбысыржын әріптесіміз Айгүл Өзекова дайындаған арнайы репортажға кезектейік. Содан кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Рахмет әріптестер, құрметті көрмендер, ал біз дәл қазір Ақмола облыстық филармонияның ішінде тұрмыз, және қазір симфониялық оркестрдің концерті болады. Ол лайнер мюзик синема деп аталады, және осы концертте көптеген фильмдердің саундтректері және бүкіл әлемге әйгілі болған әндерді орындайды. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с любовью ради этой встречи с тобой. Құрметті көрермендер, дәл қазір менің алдында оркестрдің мүшесі Мейірғали Хамид тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй керемет, жоғарғы уровеньде деп айтсақ болады. Жақсы. Менің білуімше, бұл концерт әр жыл болады, және осы жылы қандай ерекшеліктер болады? Осы жылы көптеген кинолар, атақты кинолар өзіміздің көріп жүрген, «Пираты Карибского моря», оның ішінде «Такси», көптеген саундтректер болады. Ең бастысы қызық концерт, одан кейінгі жалғасы жазуымен жалғаса. Жазуыда да өте керемет атақты әншілердің әндерін орындайды. Жақсы. Демек, келген қонақтар келгенде өкінбеу керек қой? Әрине, бұл әр жыл сайын қайталанатын марафон дейді ғой, әр жыл сайын келіп тұрады. И бұл концерттің негізгі ойы сол синема лайнер, яғни синема лайнер корабль арқылы біздер путешествие жасаймыз. Басқа әндерге, басқа киноларға көз жүгіртіп шығамыз бір-бір. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Және де алдыңғы уақытта тағы да осындай табыстарды көп тілейміз. Қымбатты көрермендер, концерттің қалай өтетінін бізбен бірге тамашалаңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, қазір мен қасымда осы концертке келген қонақ тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз осы концертке әр жыл сайын барасыз ба? Да, я сюда хожу практически на каждый концерт, потому что я очень люблю классическую музыку, и сама я закончила музыкальную школу, и поэтому всегда с удовольствием хожу на такие мероприятия культурные. Жақсы. А осы концерттен қандай сезім күтесіз? Ну, всегда ожидание того, что ты что-то почувствуешь приятное, и всегда после каждого концерта я чувствую, у меня поднимается настроение, и всегда чувствую какое-то удовлетворение, что ли, потому что это все-таки классика, и, ну, просто, да, это высокая классика, и мне кажется, что это необходимо каждому человеку. Құрметті көрермен, менде бар ақпарат осы. Өздеріңіз көргендей, концерт жоғары деңгейде өтті. Студия сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Айгерім. Олай болса, құрметті телекөрермендер, біз бағдарламамыз арғы жалғастырамыз. Біздің студиямызға арнайы хабарласқан жан бар екен. Алло, саламатсыз ба, кеш жарық, сіз тікелей байланыстасыз. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, Айдана. Добрый вечер. Хотела узнать, меня зовут Смагулова Ислука Лимуратовна, хотела узнать, как вам записаться на кружки ваши, адрес. Угу. И сколько стоит посещение ваших кружков? Угу, абонентная система или плата за одно? Угу, спасибо большое. У нас сейчас действует несколько групп. Это Lady Style, женское направление, и парные танцы. Вас что интересует? У нас есть несколько групп. Если хотите записаться, можете на страничке Ритм Денс Алматы, Кокшетау, извините, Ритм Дэнс Кокшетау. Так, можете подписаться и посмотреть. Дальше у нас абонентская получается абонемент. В месяц 6000 тенге, 8 занятий. Если пропускаете, можете в других группах у нас отработать. И разовая стоит 1000 тенге. Вот, и мы находимся по адресу Аблайхана 14А, Акай. А если 2 человека, то действует скидка, то есть по 5000 тенге будет стоить. Насчет вот парного направления, так скажем, много ли желающих парней, которые приходят к вам на занятия? Да, такой парадокс. У нас бывает мальчиков больше, чем девочек. Иногда я не знаю, с кем поставить их в пару, поэтому девочек даже бывает меньше. Даже так. Хотя, казалось бы, что будет наоборот, но здорово, это действительно радует. А с чем это связано, как думаете? Не знаю, может, девочки стесняются, но у нас, получается, партнеры наши, ну, то есть парни, они в основном все тоже как командировки, как Кокшетау, да, приехали, либо же они такие любят саморазвитие, они путешествуют, такие вот у нас мальчики, такие очень умные, интеллигентные, вот, ну, такой у нас контингент. Здорово. Жақсы. Ал, жалпы, сіз өзіңіз білікті Алматыдан оқып берген мамансыз, ә? Жалпы, Көкшетаудағы осы сіз тәліс сабақ беріп жүрген кісілерге, жалпы Алматыдан тағы да осындай өзіңіз сияқты білікті мамандарды әкеп мастер-класс сынып сағатын өткізу туралы ойда бар ма? Да, мастер-классы у меня, конечно, я планирую сделать мастер-классы. В первую очередь Виталия Ислу, который является моими наставниками. Дальше это Астана, то есть я хорошо общаюсь с преподавателями, и в дальнейшем, как соберется большая группа, несколько групп, то я сразу же буду проводить регулярные мастер-классы. Бірден өткізесі. Ал, жалпы, кішкентай баллар келіп сабақ алам деп жүргендер бар ма? Пока что нет, но я думаю преподавать сальсу для детей. она такая энергичная. Бачата больше для взрослых, если сальсу можно для детей. То есть это различные интересные элементы, акробатические, может быть. Вот. Я хочу сделать коллаборацию с моей сестренкой. Она является кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике. Есть такой план сделать такое шоу из детей. Вот. В будущем все это в плане есть. Как здорово. Кстати, про вашу семью. Расскажите, как они отнеслись к этому? Не сопротивлялись ли они этому, вот вашему увлечению? Жена, вот после меня бишилер варма, вот столько ответить. Да, первый вопрос, давайте скажу. У меня семья, у меня большая семья из многодетной семьи, у нас семьи 5, я являюсь старшей дочкой. У нас в семье все чем-то занимаются. Я, если занимаюсь танцами, мой старший братишка – это кандидат в мастер спорта по боксу, сестренка у меня кандидат в мастер спорта по гимнастике, дальше это действующий чемпион, да, можно сказать, по бальным танцам, занимается в реверансе, и младший братишка, он занимается, он в триатлоне, пловец. Спорт салашал. Да. Мои родители вообще танцуют, вот мы у нас общий язык с сестренкой, то есть она занимается бальными танцами, все время что-то обсуждаем, им это интересно. И поддерживают ли мои родители? Да, они меня поддержат, и знают, что я человек целеустремленный. Но да, бывают такие моменты, что это парные танцы, может быть, какое-то недоверие, ну как, бывает такое переживание у родителей, но впоследствии они поняли, что это я делаю для своего развития. Благодаря танцам я выучилась маркетологом, училась в маркетинговом агентстве, дальше я тоже работала в этой сфере. Благодаря танцам. Потом я начала заниматься своим здоровьем, чтобы это было растяжкой, то есть все для танцев. Ну, развиваюсь при помощи танцев, да, и коммуникации также. Любой желающий может начать. То есть, если, например, вот вы меня заинтересовали, и я хочу прийти к вам на занятия, но при этом я танцевала в детстве, у меня уже очень-очень большой перерыв. Могу ли я прийти, насколько сложно мне будет, и что вы мне посоветуете как начинающий? Это часто задаваемый вопрос. У нас на самом деле все с нуля и все для людей. То есть у нас не будет такого, что как в детстве нас гоняют палками, да, вот ногу подтяни, все это собери, все. Нет, такого не будет. Изначально я показывала основные базовые движения, показываю все полностью, как колени, положение колен, корпуса, все-все показываю, только потом мы переходим к каким-то тяжелым элементам. Но в начале месяца мы все отрабатываем базовое движение, для того, чтобы в будущем они могли импровизировать, они могли чувствовать этот танец. Если вы не чувствуете этот танец, то танца никакого не будет. Поэтому вначале я обучаю, главное, это техника, и уметь чувствовать музыку, ритм, а дальше уже к тяжелому будем идти. То есть это для всех, и каждый желающий, неважно, сколько ему лет, какой он комплектации, неважно, занимался, не занимался, самое главное – это желание, в первую очередь. Если есть желание, и он будет практиковаться после занятий, дома, я отправляю видео, для того, чтобы они тренировались дома, какие-то советы постоянно. И если они все это будут выполнять, очень быстро можно добиться хорошего результата. Им баста желание. Желание барма, да, у меня возникло желание после беседы с вами. Вы меня действительно заинтересовали, поэтому, возможно, ожидайте новую ученицу. Буду рад видеть. Оны сіздер бейнебаяннан кейін көретін боласыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Өмір деген тәп-тәтті, қыздың бәрі жап-жақсы, бәрі сүйемін дейді, жүрек неге көнбейді, бәрі сүйемін дейді, жүрек неге көнбейді. Үйленші, үйленші, балалы болсаңшы, жасымда, кәрінде, айтасын бәрінде, өзім білемін мен қашан үйленемін, жазаламандаршы мазаламандар, өзім білемін мен қашан үйленемін, жазаламандаршы мазаламандар. Бойдан оп, 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 бойдан оп, оп, тәтті, қыздың бәрі жап-жақсы, бәрі сүйемін дейді, жүрек неге көнбейді, бәрі сүйемін дейді, жүрек неге көнбейді. Үйленші, үйленші, балалы болсаңшы, жасында, кәрінде, айтасын бәрінде. Өзім білемін мен қашан үйленемін, жазаламандаршы мазаламандар. Өзім білемін мен қашан үйленемін, жазаламандаршы мазаламандар. Жаным сүйген жан болмаса кімге қалай үйленемін мен? Бойдақ боп-боп-боп-боп, бойдақ боп-боп-боп-боп, бойдақ боп-боп-боп-боп, бойдақ боп жүрмін әлі. Кына тағады, бірақ көңіл қалауын кезіктірмедім мен әлі. Бойдақпын мен бойдақпын, еркін күліп ойнаппын, еркіндігімді ешкімге мен бермеймін. Ал керек болса бойдақ боп-боп-боп-боп, бойдақ боп-боп-боп-боп, бойдақ боп-боп-боп-боп, бойдақ боп жүрмін әлі. Бойдақ боп-боп-боп-боп, бойдақ боп-боп-боп-боп, бойдақ боп-боп-боп-боп, бойдақ боп жүрмін әлі. Доброй ночи, дорогие телезрители. Напоминаем, что вы смотрите прямой эфир молодежной программы 4.0. У вас есть возможность позвонить нам по номеру 25-2505, как это делали ранее. Задавайте ваши вопросы, мы ждем вас. Я хурмет телекөрермендер, біздің бағдарламаның аяқталуында санаулы минуттар қалды, сондықтан да хабарласыңыздар, жазыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 25-25-05. Ал егерде би туралы сауалдарыңыз болса, жалпы билеуге ынтығып жүрген, менің әріптесім сияқты билегісі келіп жүрген жандар болатын болса, онда хабарласыңыздар, Айдана сіздерге толығымен жауап беретін болады. Ал бұл сұхбатымызды әрі қарай жалғасайық. Жалпы Айдана, спорттық би, ол басқа қарапайым билердің айырмашылығы өте көп. Ол спорттық биден жалпы жарыстар да көп болады. Әлемдік жарыстар, шетелде жарыстар. Жалпы сіз болашақта өзіңіз дайындап жүрген жандарды сондай жарыстарға апару туралы ойыңызда бар ма? Да, у нас вообще пока что не развиты конкурсы по социальным танцам, но сейчас я уже вижу какую-то динамику. То есть в Астане, в Алмате периодически проходят такие мини-конкурсы. Да, буду, если есть желание, я, конечно, буду наставником. Но сама хочу в этом году поучаствовать в международных конкурсах, сама планирую и сейчас занимаюсь, хочу дальше развиваться. И вот в сентябре будет несколько конкурсов очень важных, я к этому буду готовиться. И сейчас готовлюсь, в принципе. Жалпы тағы алда қандай жоспарларыңыз бар? Осы сайыстан басқа туралы айтып кетсеңіз. Насчет конкурса? Нет, жалпы басқа қандай пландар бар? Вообще планы очень обширные. Сейчас я хочу собрать много людей, желающих, именно чтобы они горели глаза. Потом я планирую через несколько недель уже сделать первые пробные сальсотеки. Я делала их летом, проводила мастер-классы, да, успешно проходили, но хочу, чтобы это было на новом уровне, было много пар, поэтому сейчас я их готовлю. Дальше будут больше выступлений. Потом открою несколько проектов, хочу набрать леди-стайл-шоу, там танцы для девочек, но мы будем больше выступать, будем больше показывать себя, вот, и будем расширяться. Будем рахмет. Енді бүгін эфир өте тез өткен сияқты анылы. Осы ретте Айдана өзіңізді көріп отқан жақындарыңызға, туған-туысқандарыңызға, жалпы бишілерге бір-екі айтар ыстық сәлеміңіз болса. Мархабат. Спасибо большое за эфир, что пригласили. Хочу передать привет своим, самым главным, это моей маме, папе, моей семье, за то, что меня поддержат в каждом моем начинании. То есть, если бы не они, я бы еще бы не рискнула открыть свою социальную школу социальных танцев, также моим наставникам Виталия Ислу, которые меня направили, которые помогли мне открыть школу. Также хочу пожелать людям счастья, здоровья, чтобы они горели глазами своим делом, чтобы они было любимое хобби, чтобы они занимались тем, что им нравится. Если этого нет, ну это как? Это же ведь не жизнь. Самое главное в жизни – это быть счастливым. Счастье есть в танцах. Приходите к нам, если вам понравится. Я думаю, понравится, потому что у нас танцы – это… Ну, танцы проводят какая-то химия. Вот. Большое спасибо, что пришли к нам. Мы желаем вам только удачи, только успехов во всех ваших начинаниях, планах. Мы уверены, что у вас все получится. Спасибо большое. Рахмет келгеніңізге. Құрметті телекөрермендер, осымен 4000 жастар бағдарламасының шығарылымы кезекті шығарылымына берілген уақыт шектеулі. Арайлап атқан әр таңдардың шуақты болып және шырайлап атқан әр кестедің сәтті болсын десеңіз, 4000 жастар бағдарламасын көріңіздер. Келесі жұма күні біз сіздермен қайта қауышатын боламыз. Аман сау болыңыздар. Сіздермен бүгін әдемі көңіл күйсеріға менің әдемі де көрікті әріптесім Анель Бисембаева. И мой прекрасный коллега-соведущий Абзал Балтабаев. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас следующую пятницу ровно в 11 часов вечера. Желаем вам ярких и хороших выходных. We live and direct from that inner space, outer space, radio space.